почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой куртке отложной воротничок. Он проснулся ночью темной. Было только 3 часа. Он ужасно испугался, что урок уж начался. Он оделся в 2 минуты, со стола схватил пенал. Папа бросился вдогонку, у дверей его догнал. За стеной соседи встали, электричество зажгли. За стеной соседи встали, а потом опять легли. Разбудил он всю квартиру, до утра заснуть не мог. Даже бабушке приснилось, что она твердит урок. Даже дедушке приснилось, что стоит он у доски, и не может он на карте отыскать Москвы-реки. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс.